Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас обзор увлекательного раннера под названием Vlad's Vampire Dash. Отец молодого вампира получил новую работу в Трансильвании, и семейка вынуждена переехать из Нью-Йорка. Наш герой идет в новую школу, знакомится с новыми друзьями, и все, казалось бы, налаживается. Но скоро близится день рождения. Вампир не хочет терроризировать крестьян Трансильвании, так как торты, конфеты и мороженое интересуют его куда больше крови. Поэтому нашему герою предстоит выходить каждую ночь в поисках сладостей для грядущего праздника и успеть вернуться в гроб до восхода солнца. Игра представляет из себя красочную аркаду в жанре Swipe and Run. Вам придется пробежаться по тропинкам Карпатского кладбища, исследовать опасные коридоры старых замков и даже побывать на улицах Лондона. Каждый уровень будет наполнен уникальными задачами и препятствиями, которые будут нарастать по мере прохождения игры. Помимо сбора конфет, вам потребуется собирать ключи, для заполучения которых со временем придется приложить не только быструю реакцию и смекалку, но и использовать особые способности героя. Подбирая усиление, вы сможете проходить сквозь стены как призрак, замедлять время и притягивать все ближайшие объекты, до которых иногда даже невозможно добраться обычным способом. Не собрав нужное количество ключей, гроб не откроется и уровень не будет пройден. А проваливая задачу, вы будете терять жизни, возобновление которых требует времени. Все это делает прохождение Vlad's Vampire Dash весьма сложной задачей. Вас ждет затягивающий геймплей, множество красочных сеттингов и история молодого вампира, поданная через яркие комиксы.